Газеты должны на великах ездить, а не в машинах. На светофоре направо. Растянулся хвост, подождите нас, чуть-чуть группируйтесь, мы отстаем. Все, последний уже на середине моста. Ваня, вы там сильно темп не забавляете, еще тут вон пару хвостов висят на горке, начинаю спускаться. Ага. Сильно с горки не разгоняйтесь, у нас 3 человека как бы отстают. 4. Серега справа по борту идет, мой. Вижу. Леха, я давай, но я сейчас чуть-чуть на перекресток выйду. Чуть подождите нас, мы встаем. Там будет на конечной семерке будет же самый припынок, так можно попросить малых там людей вообще в целом, что если чувствуешь, что сходит с дистанции, пусть можно тротуары как-нибудь, а то мы растягиваемся далеко очень. Может, мигалки мне полицейский даст? Он все слышит. Так у меня затолкут эти водители свои желтые. Давай я вперед стану. Вот не Лёха, тебя звонят, а на городе тебя четко видно. Не вопрос, только тебе надо будет сзади включить. Ну сейчас надо на кольцевой там основной сделаем. Всего доброго, ты. Как саранча, вон товар на дорогу.